Театральная площадь Краснодара стала Олимпийской. Гости и жители города на большом экране в прямом эфире наблюдали последние минуты лондонских игр. В честь закрытия соревнований в городе устроили большой спортивный праздник. Его начали с фестиваля художественной гимнастики. Главными гостями стали кубанские олимпийцы Дмитрий Ушаков и Александр Иванов. Спортсменов встретили аплодисментами, а затем олимпийцы провели автограф-сессию. В Краснодаре также торжественно закрыли международную площадку LifeSite, огромный монитор, на котором показывали прямую трансляцию лондонских игр. В следующий раз LifeSite будет работать уже на Олимпиаде в Сочи 2014 года.